Ну, сейчас на эту сцену приглашается Наталья Кулакова. Это инструмент какой-то. Наталья Кулакова. Вообще, аккордеон, мне кажется, лучше пианино. «Аллея любви», так называется песня Арно Бабаджаняна, слова Брянского. Вот этот инструмент очень такой специфический, национальный. Наташа, объясни, пожалуйста, как называется? Тарбука. Еще раз погромче. Тарбука. Тарбука. Точно, да. Сегодня много у нас произведений исполняются впервые. Репетиций было мало, так как мы даем примерно раз в неделю концерт. И иногда сами концерты являются большой репетицией. Мы не успеваем вот это произведение, я даже не слышала, не видела этот инструмент. Но мы сейчас посмотрим, как он звучит. Сколько осталось у тебя в таком же состоянии?